Все-таки дождались снежную зиму. Дорожные службы объявили о режиме повышенной готовности. Плюсовая температура сегодня утром резко сменилась заморозками и сильными снегопадами. Синоптики говорят, что такая погода теперь установится в Кирове надолго. Это значит, что подрядчиков, которые прибираются в городе, ждет серьезное испытание. Городадминистрация объявила о том, что дорожные службы приведены в режим повышенной готовности. С самого утра специалисты расчищают и обрабатывают реагентами трассы, подъемы, спуски и путепроводы. Особое внимание уделено тем местам, где ездит общественный транспорт. На случай, если накаты и гололедица все же будут появляться, подрядчики вывели на дежурство тяжелую технику. Тягачи будут оказывать помощь буксующему транспорту. В мэрии говорят, что ситуация на дорогах и тротуарах города мониторится каждый час. Работы по уборке снега будут идти непрерывно и ночью. На улицу выведено больше 80 единиц техники и столько же рабочих. При снегопадах автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными на дорогах. Стабильный минус и снежную погоду синоптики обещают до конца февраля.